Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Арест Лопаткина не приведет к развалу его бизнеса. Кировский юрист Ян Чеботарев прокомментировал арест гендиректора компании «Юксовитек». По данным источников кировских СМИ, у него нашли 5 граммов наркотиков, что может быть наказано заключением на срок до 15 лет. Предприниматель был задержан в аэропорту после заграничной поездки. Если его обвинят в контрабанде наркотических средств, срок может быть и пожизненным, говорит Чеботарев. Но он отмечает, что строительный бизнес, которым руководит Лопаткин, принадлежит не только ему. В подобных ситуациях компания в любом случае несет потери, хотя бы потому, что срочно приходится перестраивать всю систему управления. Но на взгляд Чеботарева, к краху это привести не должно. У Лопаткина компетентные партнеры, заявляет он. Программа «Экономика». Смена отказалась от кинотеатра «Октябрь». Изначально некоммерческое партнерство, получившее в аренду 2 кинотеатра, закрыло его на ремонт. Однако впоследствии инициировало расторжение контракта об аренде. Об этом пишет город Киров.ру. Как пояснили в администрации города, здание кинотеатра «Октябрь» отнесено к выявленным объектам культурного наследия. Из-за этого его ремонт требует выполнения ряда обязательных условий. Вопрос о дальнейшем использовании кинотеатра «Октябрь» будет решен после проведения его капитального ремонта, говорят в мэрии. Экономика на 101 FM. Белохолуницкий машстройзавод продадут единым лотом. Он оценивается в сумму более 41 миллиона рублей. Лот включает в себя 7 зданий, право аренды земельного участка, оборудование и материалы. Сейчас идет поиск инвестора, желающего приобрести имущественный комплекс, пишут «Бизнес-новости» в Кирове. Основным видом деятельности Белохолуницкого завода являлось производство конвейеров и других подъемно-транспортных механизмов. По решению арбитражного суда в июне 2016 года на заводе введена процедура конкурсного производства. Изначально кредиторы планировали продать ему по частям, но по инициативе налоговиков все же решено продавать его единым лотом. В завершение о валютах: доллар сегодня 56.25, евро стоит 59 рублей 84 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.